mən yenidən Qarabağdan da və ya Qəbələdən də kimsə keçərsə mütləq danışdırmağa çalışacağam. Təmsilçi söz sənin nədir eləlik? Səbirsizliklə gözləyirik səni Rüstəm. Qəbələ komandasının baş məşqçisi Roman Qriqorçuk var. Roman Yosifovic, первый матч, сразу же чемпионом. Два фаворита встречались, ваше впечатление о игре. Я думаю, что игра под стать тому, что вы сказали. Я думаю, что это была игра очень хороших команд в нашем чемпионате. Закончилась она 2-2. Значит, так тому и быть. Что касается качества футбола, скажу, что сегодня был такой добротный уровень, как для первой игры. И учитывая то, что еще обе команды играли после еврокубковых баталий, где вы знаете, что эмоций выбрасывается очень много. Я думаю, что футболисты обеих команд заслуживают самых добрых слов. Потому что не скажу, что был такой высочайший темп какой-то, но движение показали достаточно неплохое. Так что я думаю, что сегодня получился хороший матч. Я хочу взять у вас реакцию на два эпизода в матче. Пенальти в ваши ворота и красная карточка Рашада Садигова. Пенальти в наши ворота просто нет вопросов. Это чистый пенальти, который, конечно же, судья должен давать. И здесь вообще никакого, ну, даже я не сомневался, что это пенальти, и сейчас я не сомневаюсь. Что касается красной карточки, это ошибка судьи, которую, ну, я думаю, что он сам точно не объяснит. Потому что судья хорошей квалификации, но дать такой, в такой игре, учитывая всю стратегию, учитывая того, что, что это просто произошло вообще случайно, и, на мой взгляд, там даже желтой не было. Ну, это мое впечатление, да, я не смею обсуждать судей, я просто скажу, что я удивлен, что судья такой категории допустил ошибку, которая, на мой взгляд, это есть, ну, очень такая грубая ошибка. Сегодня отсутствовал Джавид Гусейнов, капитан команды, один из лучших игроков в последних матчах, по известным причинам, не будем вдаваться в детали. Как вы оцениваете его отсутствие, как это повлияло на команду сегодня, конкретно в этом матче и в будущем? Он не сыграет в первом матче с Панатинайкосом, это точно, и дальше пока не ясно, когда он вообще вернется к команду. Для нас, конечно же, потеря, потому что так как на данном этапе он у нас был таким основным игроком и игроком, который даже в какой-то степени рисовал игру, и для нас это, конечно же, потеря. Но мы понимаем, что даже об этом говорить много не нужно. Вы спросили, я ответил, но мы не должны нигде не жаловаться по этому поводу или вообще говорить много по этому поводу, потому что команда, которая хочет добиваться высоких результатов, она, ну, не может, знаете, как, чтобы это было неисправимо. То есть, чтобы этот игрок был незаменим. Так не должно быть. В каждой команде ну, должны быть игроки, которые способны выйти в нужный момент, заменить. И я надеюсь, что у нас так будет. Спасибо вам большое.